Ельниковская роща – это символ Новочебоксарска. Вокруг нее рос и строился наш город. В роще всегда водились белки, но, к сожалению, из-за антропогенного воздействия здесь их становится все меньше и меньше. Росгидро решила исправить эту ситуацию и восстановить популяцию белок. Весной мы привезем сюда белок из специального питомника и выпустим их в естественную среду обитания. А чтобы белки лучше приживались на этой территории, мы предлагаем нашим горожанам подключиться тоже к этой экологической акции и установить на территории, куда они будут заселены, специальные домики и кормушки. Конкурс «Белкин дом» он предполагает две номинации. Это беличьи кормушки и домики для белок. Мы предлагаем всем внимательно сначала изучить положение, которое у нас размещено на сайте города и на сайте компании «Русгидро». Самое главное, чтобы материалы были натуральные. Лучше всего использовать доски толщиной не менее двух сантиметров. Обязательно в белящем домике должен быть лаз диаметром 4-5 см. Нужно соблюдать и размер. Высота 50 сантиметров, ширина и глубина 40 сантиметров и не использовать гвозди. До конца марта э, все эти домики, а также кормушки для белок, можно принести в администрацию Ельниковской рощи. И после подведения итогов конкурса мы наградим всех э, подарками от Росгидро, а также лучшим участникам будет предоставлен главный приз. Это право участвовать в выпуске белок на территорию Ельниковской рощи. Приглашаем всех горожан к участию и надеемся, что с их помощью наша роща пополнится новыми живыми пушистыми зверьками, нашими любимыми белками. Елена Фирсова, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.